выход 4-го сезона. И да, наконец-то мы дождались. Заходим в игру. Вот оно. Легендарное обновление. Наконец-таки, вот и обновление 0.20. Мы просто дождались. И да, я зашел в игру, награда за сезон сразу же дали, у меня уже язык заплетается из-за этого. Награда за напарники. Новый интерфейс, новое главное меню. Это просто что-то с чем-то. Вы просто посмотрите, это просто... Ё-моё, это выглядит очень офигенно. Кстати, они одинаковые, как по мне, да? Или... Они не одинаковые, это очень круто. Сразу же видим новый Battle Pass, где добавили новые стикеры. Первые скины. Ну-ка, Аркана. Аркана на MP7. Ё-моё, выглядит очень... Как раз-таки новое оружие MAG-10. И где? Тут должен быть еще спас. Опа. Тут еще одно новое оружие, так сказать. Новые граффити. Бешено. И, конечно же, новый нож. Кукри. Ё-моё. Ебать. Вот этот мне очень зашел. Прям Consolations, или что, как она называется. Но выглядит очень офигенно. Офигеть. О, вот этот тоже, кстати, очень офигенный. Надо очень его быстрее затестить. Мне очень нравятся новые ножи спины. Опа, информация. Смена качества за каждые 20 спинов. Нифига себе. Ой-ой-ой. А давайте для теста закрутим 3 тестовых спинов. Купить спины. А, давайте 3 раза. Раз. И еще третий. Погнали, закрутим. А как крутить тут, алё? А я забыл уже, найс. А, вот оно как. Погнали. Если нож выйдет, я буду в офиге. Кстати, очень офигенно тоже выглядит новый скин. Он по какой-то коин. Коин. Что дает? Где спин коине дает? Опа, то есть если... Можно набрать, то можно до конца пойти и купить, так сказать, за вот эти коины, скины, брелок или же граффити. Или же наклейки, да. Погнали второй запрос. Ну-ка. И выпадает... Опа! Выпадает граффити. Офигенно. Еще один. Закрутим. Что же выпадет? Интересно. Ай-яй-яй, снова граффити. Давайте еще 2 купим. Мне просто интересно стало. Надеюсь, хоть что-то выпадет другое уже. Опа, снова оно. Опа, новый скин почти что. Походу мне коин дали, да. Было близко к моему скину на Tech9. Что же... Опа! А вот и новый скин на Tech9. Сплэш. Тоже выглядит интересно. Красиво. Режимы, да? Бласт новый режим добавили. Именно для дробашей, походу. А, кстати, мне интересно. Ну, вы же мапу добавили, да? Давайте чекнем. Опа, Калипсо какой-то добавили. Давайте. Пойдем. Забейте на мою конфигурацию. Ой-ой-ой, я хотел новый спас брать. И не успей. Ах, не успел. Мак 10. Опа. А вот и новый дробашек. К сожалению, нет у меня скина на него, но тем не менее. А это новая локация. Ема. Офигеть, под открытым небом тут. Кстати, очень медленно, но походу у него урон офигенный. Ну-ка зайдем за КТ.
А, за КТ не добавили, оказывается, тот МАК-10 50. То есть оно за Т сторону. Понятно. Мы подберем. Вот его анимация. Покажите. У него что, нету анимации? Что? Вот оно как-то достается. Но оно не смотрится. А, вот, оно смотрится. Что-то медленно. Или у меня баг какой-то. Кстати, такой себе по отдаче. Можно закончить. Нормально. А что по урону, я не видел, кстати. Переходим на новую Бриз-карту. Вот и новая мапа Бриз, которая вышла сегодня. И давайте затестим. Что вообще по мапе? Ого, тут вообще еще что-то я не видел, но изменилось. А при покупке оно считается, то есть. Или это было? Так, карта выглядит вот так. То есть это что? Это похоже на Инферно, что ли? Или мне кажется? Ёкарный бабай, это что? Это мидл, походу? Это вроде мидл? Нифига, тут нужно изучить сразу же. Тут нужно полибасы изучить. Вот этот бэкленд. Это бэкленд. Интересненько. Интересненько выглядит. И сразу же через Б можно перейти на А, да? Как я понял. Ого! Что? Ну такая большая карта на самом-то деле. Большая карта, большая. Опа. А вот это уже апленд. Большой апленд. А тут можно еще скрыть. Вот так вот. Ой-ой-ой. Я еще... Офигенно. Просто круто. Просто респект. Просто разработчикам респект. Это просто бомбовая карта. Мне очень понравилась. Карта реально бомба. Поставь лайк, если понравился это. Понравилась тебе карта. Опа. О, уже статрек. Найс. Статрек. Так, найн, статрек. Это очень офигенно, если статрек. Это очень бомбезно. Бимбочка, так сказать. Еще раз выходит. Уже коины. А вот уже гарантированная награда какая-то. Посмотрим. Это получается стикер, да. Тоже. Ну-ка. Отлично, дополнитель. Опа. Такие награды даются, походу, да. Ставь лайк, если хочешь. Тоже награду такую. А, вот уже по частям оно идет. Вот оно что. Вот оно как работает, оказывается. А на последнем уже четвертом. Ну, 40. А я сколько открыл уже? 20, да. И в конце дают такие тычки. Ну вот так получился какой-то у меня обзор. Надеюсь, ты поставишь лайк и подпишешься на канал. Да, братанчик, это обновление просто потрясающее. Ставь лайк. Опять же, не забывай, братанчик. А я погнал уже дальше делать контент. Увидимся в новых роликах. А тебе удачных хатов. Спасибо, бро, за просмотр.